слово. Играет как будто. Может быть, я сейчас скажу. Еще такое, что кому-то может понравиться. Но я скажу так, как я думаю. Во-первых, эта вера, она всегда нас сопровождала. Она укреплялась, когда стране нашей, народу нашему было особенно тяжело. Были вот совсем жесткие там, богоборческие годы, когда уничтожали священников, разрушали храмы. Но одновременно создавали коммунистическую идеологию, она очень сродни христианству на самом деле. Свобода, равенство. Справедливость, это же все заложено в Священном Писании. Это все там есть. А куда строители думать? Это сублимация, это просто ваши из Библии. Ничего там нового не придумали. Вот смотрите, Ленина положили в мавзолей. Ну, чем это отличается от мощей святых для православных? Да, просто для христиан. Когда мне говорят, нет, вот в христианском мире нет такой традиции, как же нет? На фонд поезжайте, посмотрите там. Мощи святые есть, да и у нас вот здесь вот тоже святые мощи. Сергий Герман. По сути, и ничего нового тогдашняя власть не придумала. Она просто приспособила под свою идеологию то, что человечество уже давно изобрело.